С 8 января в Украине начинает действовать ужесточенный карантин. Продлится он до 24 января. При этом ограничения будут не такими жестокими, как те, которые были введены в марте 2020-го. Точно неизвестно, могут ли продлить карантин, но скорее всего нет, по крайней мере, таких заявлений власти не давали. На время действия ужесточенного карантина введут следующие ограничения. Кафе, ресторанам и барам разрешат работу только в режиме доставки на вынос. Работу непродовольственных магазинов запретят. Закроют кинотеатры, театры и почти полностью ТРЦ. Закроют фитнес-клубы, спортзалы и бассейны. Закроют непродовольственные рынки. Запретят проведение массовых мероприятий. Запретят посещение всех учреждений образования, кроме детских садов. Также с 8 января в супермаркетах будет запрещено продавать значительную часть товаров повседневного потребления. Бытовую химию и инструменты, одежду, прессу, лампочки, батарейки, детские товары для обучения. Во время локдауна будет работать общественный транспорт. Но при этом количество пассажиров не должно будет превышать количество сидячих мест. Также разрешат работу продуктовым магазинам, аптекам, банкам и другим финансовым учреждениям, почтовым операторам, АЗС, отелям, парикмахерским и салонам красоты. А как вы относитесь к локдауну? Если вам понравилось данное видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. До скорых встреч!